Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у нас 32-й ролик из марафона по группе Shiny Our Page. Все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, и мы с вами начинаем! Ой, VR-очки, так, между делом хочу сказать, VR-шлем я надевал разочек в своей жизни, и у меня было головокружение и тошнота спустя пару минут, то есть. Ну, сейчас VR-шлем порву, получше стали, но это тогда была первая версия, по-моему, от PlayStation, поэтому сразу вьетнамские флешбеки. И песня красивая, лирическая, но хочу заметить, что там у него Ableton Live был открыт. Не я один в этой программе работаю. Ну ладно, в ней работает достаточно много людей, просто там был Ableton открыт, я по серому дизайну узнал. Это личный интерес. Ableton. Родненький. И опять же... Ничего себе, соседи громко музыку включили. Хоть не сверлят. Очень классные хоровые у них моменты сейчас были в припеве. Прям эпик. Вообще, песня достаточно длинная, если смотреть на хронометраж клипа, но она такой не кажется. Вот 2,5 минуты пролетели как одно мгновение. Да, очень припев богат на хоровое пение, на бэки всякие и так далее. И вообще такая мелодия, знаете,
с грустью, но надеждой. Вот тут сама композиция так звучит: грустно, но с надеждой. Ну и, естественно, понятно, для кого находился пятый микрофон, ну, импровизированный, потому что они пели как будто в сосульке, ну, то есть какие-то вот конусы ледяные. В общем, понятно, что пятый микрофон для Джон Хёна, потому что на момент выхода данного клипа прошло, если не ошибаюсь, менее года с трагического инцидента, поэтому, естественно, парни наверняка были на пределе всех своих возможностей, как физических, так и ментальных. Тем не менее, песня красивая, душевная. Тут про инструменты сильно говорить не хочется, потому что они отыграли свою роль. Сделали подклад для того, чтобы парни раскрыли свои голоса. Раскрыли они их, я считаю, отлично. Опять же, не каждый день делать песни а-ля Шерлока там или Рин-дин-дин-дон и так далее. Поэтому такие вот дела. Надеюсь, эта композиция вам тоже что-то навеяло. Пока что список бустеров на экране. Спасибо, дамы, господа, товарищи, товарищессы, YouTube-спонсоры, донатеры. Всем вам огромное спасибо за то, что продолжаете поддерживать. Ваш прекрасный список все еще перед моим лицом идет. Надеюсь, у вас когда-нибудь будет еще больше, и тогда контента станет настолько много, что я уже не знаю. Но мне кажется, что столько контента, сколько я выпускаю при текущих раскладах, не выпускают люди, у которых по 1000 бустеров. Но, тем не менее, вот такой вот расклад. Далее. Бусти. Ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, кому интересно, у кого есть желания и возможности. Кроме того, MP Reviews. Это у нас K-pop новости. MP Entertainment. Это музыка, телеграм-канал Хаплокация. По-прежнему Максим, и я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч. Пока.